Священный месяц Рамадан начался 11 марта. В этот период мусульмане держат пост. Им запрещено при свете солнца принимать еду и питье, а также курить, совершать плохие поступки, принимать лекарственные препараты. Во время Рамадана мусульманин может питаться лишь дважды в день – до рассвета и после заката. По канонам они называются сухум и ифтар. Последний стал в Ульяновской области большой традицией. Благотворительный ифтар ежегодно собирает в регионе тысячи верующих. По масштабам своим может сравниться с ифтаром в Татарстане. Сегодня на нашей земле, слава Всевышнему Создателю, вновь мероприятие проходит такого уровня, такого масштаба, я бы сказал, межрегионального. Потому что сегодня мне сказали, что около 15 разных регионов приехали люди сюда сегодня. Есть даже муфтий Мариэл. И сегодня, когда мы молимся, держим пост сегодня, с понедельника православные тоже начнут пост держать. Мы каждый день молимся за то, чтобы наша великая Россия вновь победила. И весь мир смотрит на нас. И, соответственно, от того, что мы здесь сегодня собрались несколько человек, несколько тысяч человек, поверьте, это самое баракатное, как у нас говорят, если по-русски сказать, самое милостливое место Всевышнего, где несколько тысяч собрались, будут коллективно здесь молиться и просить Всевышнего об том, чтобы был мир, процветание. Поздравить всех мусульман приехал губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Это благотворительное мероприятие, это еще один шаг к укреплению межнациональной и межконфессиональной дружбы. И мы здесь, у нас в Ульяновской области, все эти движения, все эти начинания очень поддерживаем. Сейчас, как никогда, мы все с вами должны быть вместе. Мы все должны быть одним мощным и сильным кулаком. Только так мы можем одержать победу, и мы это обязательно сделаем. Масштабный ифтар в Волгоспорт-арене организовали региональное духовное управление мусульман, областная общественная организация татарских бизнесменов «Симбер» и мусульманское бизнес-сообщество при поддержке правительства Ульяновской области. Отведать угощение мог любой желающий, вне зависимости от вероисповедания. Ифтар – это вечернее разговение, когда мусульманин, если ты имеешь достаток и начинаешь кушать после поста, ты не имеешь права это начать, если ты знаешь, что у тебя сосед, допустим, нет достатка, и он не доедает. И вот смысл этих благотворительных ужинов в том, чтобы накормить всех нуждающихся, и только после того, как ты, который имеешь достаток, можешь это сделать, тогда ты можешь спокойно и себя, за собой посмотреть. Вот в этом смысл благотворительности и добра в Рамазан. Во время Рамадана еду раздают всем нуждающимся и людям в сложных жизненных ситуациях, многодетным, детям в детских домах, семьям участников СВО и прочим. Светлана Карпухина, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.